Друзья, приветствую всех на матче между баскетбольным клубом «Металл Профиль» из города Лобня и баскетбольным клубом «Фрунзенска» из города Санкт-Петербург. Вот началась игра. И давайте пройдемся по составам. Начнем с хозяев площадки. И тем временем хозяева площадки пускают 2 очка себе в корзину. И Фрунзенская впереди уже 2-0. Ну так вот, начнем с хозяев площадки. Баскетбольный клуб «Металл Профиль». 4-й номер Антон Пономарев. 5-й номер Павел Ковшов. 7-й номер Андрей Явкин. 8-й номер Максим Григорьев. 9-й номер Михаил Коровин. 11-й номер Данила Лебедев. 12-й номер Иван Шаталов. 14-й номер Владислав Макушкин. 15-й номер Федор Скударь. 16-й номер Артем Шарапов. 17-й номер Петр Солнышкин. 18-й номер Роман Компадистов. 22-й номер Илья Ильин. И 23-й номер Владимир Дорофеев. Главный тренер команды Олег Морозов. И пока игра продолжается, давайте перейдем к составу баскетбольного клуба «Фрунзенская» из города Санкт-Петербург. Но, увы, заявка без номеров, поэтому оглашу только весь состав. Итак, начнем. Максим Гнеушев, Игнат Иванов, Вячеслав Кукол, Илья Лешуков, Михаил Лукьянов, Денис Михотайкин, Виктор Павлов, Михаил Прокопюк, Александр Рыбин, Александр Сапронов, Никита Шевцов, Олег Слесарев, Владимир Тимофеев и Глеб Жиглов. Главный тренер команды Андрей Ульянов. Да, наверное, вы тоже обратили внимание, что Глеб Жиглов играет в составе баскетбольного клуба «Фрунзенская». Я и мои коллеги тоже обратили на это внимание, но не будем делать на этом акцент. Давайте посмотрим игру. Ну что ж, трибуны будут гнать сегодня вперед лобнинских футболистов. Баскетболистов, простите. Ведь этот дворец спорта является домашним для баскетбольного клуба «Металл Профиль». Удается сократить до минимума отставание, но сейчас оно не столь важно, сколько собственная позиция на площадке. Счет 3-4, впереди питерская команда. Но сейчас главное не счет, ведь только начало первой четверти. Главное захватить инициативу, показать, что эта площадка действительно является домашней, не только формально.
за боковой баскетболисты Лобни. И выходит из обороны 15 номер питерской команды. И с помощью фола Павел Ковшов остановил своего соперника по фолам 2-2. И слышим мы, как радуются трибуны тому, что баскетболисты в желтой форме, баскетболисты металл-профиля из Лобни выходят вперед 5-4. Как и говорил я, все в этой встрече за них, и трибуны, и площадка. Высокий прессинг показывают баскетболисты Лобни. Не дают так сразу выйти из обороны. Своим соперником из Фрунзенской. И штрафной бросок. Первый есть. И второй тоже, очень уверенно. Поздравляют партнеры
Владислава Макушкина, который забросил сейчас мяч в корзину и тем самым заработал 2 очка для своей команды. И к тому же штрафной грамотно был исполнен. И 8-6 впереди баскетбольный клуб «Металл Профиль» из Лобни. 4 фола у хозяев и у Фрунзенска и Санкт-Петербурга 3 фола. И Фрунзенская выходит вперед за 30 секунд до окончания первой четверти. Естественно, 30 секунд чистого времени. Не получается сейчас бросок у 12 номера. Ивана Шаталова на фоне своих противников и одноклубников. Выглядит он поменьше, как бы так сказать, но, наверное, не мешает ему это играть.
И вот так вот обводить, идти вперед, но немножко не повезло, не хватило времени Ивану Шаталову. И закончен. Закончена первая четверть. Баскетболисты из Петербурга впереди 12-11. Вторая четверть началась с активных действий баскетболистов Лобни. И тем же продолжается. И вот фолы и штрафной бросок. Будет выполнять Иван Шаталов по 12 номерам. Вот вылились наконец-таки заработанные очки, усилия лобнинских баскетболистов. 15-12 счет. Не в пользу Фрунзенской. Очень хороший прорыв 22-го номера. 23-го номера, простите. Хлопают его партнера по спине. Владимир Дорофеев прошел с дриблингом очень здорово и остановили
фолом только его соперники из Санкт-Петербурга. Сейчас тайм-аут видим мы. Не получается первый штрафной бросок у 15 номера. Команда Фрунзенская. И второй зато он забрасывает. По фолам 2-2. И идет, как вы видите, вторая четверть. Минуты и 50 секунд чистого времени еще осталось играть во второй четверти. И за боковой будут сбрасывать баскетболисты клуба «Метал Профиль». Хорошие передачи сейчас продемонстрировали нам игроки в желтых футболках, но не смогли забросить мяч. Ну и что, видно невооруженным глазом, что вторая четверть складывается намного интересней. И хорошая возможность, прекрасная была возможность у 11 номера Данила Лебедева. Отставание в счете увеличить, но не справился он, может быть, с ситуацией, может быть, с нервами. Не знаем мы. Ну вот зато сейчас забил, но уже не засчитывается этот бросок, потому что Владимир Дорофеев. Сейчас будет, нет, не будет он бросать штрафной.
Мяч из-за боковой. Ковшов. Макушкин, и не получается. Бросок не точно. Фрунзенская. Питерская команда очень хорошо контролирует мяч, но вот не дают ей. Баскетболисты Лобни пройти вперед, и блестящий проход. Очень красиво. Владимир Дорофеев увеличивает отставание в счете. 19-13. 6 очков, и мог сейчас подкараулить очередной раз баскетболистов Фрунзенской. На этот раз это был Михаил Коровин. Но опять сразу же потерял мяч. Вот ответные действия ни к чему не приводят. Подбор за лобнинскими спортсменами. И вперед. На встречных курсах проходит игра. Дорофеев. Неудачная попытка трехочкового броска. И вот ответ баскетболистов из Питера. 19-15. 2.5 минуты чистого времени осталось играть в этой четверти. Дорофеев. Забросил. Мяч заработал 2 очка, и сейчас сразу же будет бросать штрафной. У Санкт-Петербурга 5 фолов, у Лобни 2. Никак не может получиться трехочковый бросок у баскетболистов из Лобни. Вообще в этой игре можно ориентироваться по трибунам. Какая реакция у трибун? Если хлопки, положительные крики, то значит все хорошо сложилось в данном моменте для баскетболистов металл-профиля. Если же наоборот, то все удачно у Фрунзенской, все просто. И первый штрафной мажет Павел Ковшов. Да и второй тоже. Но нету на площадке сейчас Дорофеева. Сидит он пока что на скамейке. Фалят, не переставая. Спортсмены чаще, конечно, это делают. Игроки команды Фрунзенская. Но вот в данном моменте лобнинцы нарушили правила и получили если угодно мяч в кольцо. 21-17. Впереди металл профиль. И 1:20 ровно осталось играть во второй четверти. Толчок. А вот посмотри сейчас, как они толкаются.
Олег Мичанин идет. И зонная атака заканчивается удачно. Трехочковый бросок есть. И 25-17 счет становится. Пятый номер Павел Ковшов отличился трехочковым броском. Ну вот сокращают разрыв в счете под самый конец, под сирену второй четверти. И команда уходит на скамейки запасных.